Внимание городских коммунальных служб на этот участок центральной улицы обратил глава Анапы. С просьбами обновить прогулочную зону в твиттер Сергея Сергеева обращались и анапчане. И вот уже несколько дней рабочие трудятся на Горького. Какое благоустройство здесь запланировано, рассказала начальник управления ЖКХ Анжелика Бузунова. Глава города поручил нам произвести реконструкцию части улицы Горького от Краснодарской до Гребенской. Нами начаты работы по укладке бордюрного камня. Будет заменена тротуарная плитка. Будут обязательно выделены зеленые зоны, созданы новые. Те, которые существуют, мы их оставим, создадим новые, посадим деревья, посадим хвойные растения. В общем, будет очень красивая улица, которая будет радовать и горожан, и отдыхающих.